Спасатели, милиция и врачи 31 декабря и 1 января будут работать в усиленном режиме. Особое внимание в новогоднюю ночь уделят местам проведения торжеств. Там традиционно будут контрольно-пропускные пункты и оперативные штабы. Задействуют и более 850 бригад скорой помощи по всей стране. Организованы в органах управления и министерстве, в том числе административные дежурства. На местах тоже в органах управления дежурят ответственные работники. Больничные организации здравоохранения усилены. В первую очередь это приемные отделения усиливаются. Усиливаются реанимационно-анестезиологические отделения. Для того, чтобы в случае любых непредвиденных ситуаций медицинская помощь была оказана в полном объеме и оперативно.